Добрый день. Сегодня мы приготовились к очередному проекту, для которого нужно было изготовить и подготовить реквизит для последних солдат империи 1991 года, после ухода которых Латвия перестала быть советской де-факто. Давайте посмотрим, из чего состояли комплекты. Значит, комплекты состояли из бушлатов, которые они получили на базе морской пехоты. Также береты морской пехоты, на которые они вешали кокарды и отрезали от знака «милиция» вот этих вот и ставили вот такие вот флажки, отличительная черта. Также основной летний комплект униформы – это китель и штаны. Дальше, что мы имеем? Бронежилеты. Стандартные солдатские противогазы, кабура для ПМа, резиновые стейки, железные наручники, фляжечки, не всегда, кстати, с водичкой, радиостанции Виола, ремни, ну и, конечно же, пистолеты ПМ и автоматы АКСУ. Также у них составили на вооружение АК-74, АКСы и АК-47, в том числе и ПКМы. На базе в Эсмилгрависе у них был свой БТР, было, значит, отжато ШХ у латвийской милиции, на которую они приехали и поставили на базе, периодически выезжали на задание. Также у них были два УАЗика, один зеленого света и один милицейский, который мы тоже изготовили, точнее повторили, скажем так. Ну и еще у них был ГАЗ-66 и ЗИЛ, да, на которых они тоже ездили выполнять все задания. Если вы хотите, чтобы мы вам тоже помогли с проектом и изготовили костюмы и все сделали как нужно для проекта, пожалуйста, мы готовы сотрудничать. Ну и до новых встреч!